задел на будущее. В каком направлении будет двигаться Чувашия ближайшие 17 лет? Стратегию социально-экономического развития республики утвердил сегодня Кабинет министров. В соответствии с майским указом президента России в стратегии зафиксированы основные векторы развития по 12 направлениям, которые в дальнейшем получат продолжение в государственных программах Чувашской республики. Поэтому предусмотрена разработка 22 государственных программ республики, принятие которых планируется до конца текущего года. Главный стратегический приоритет – это стабильное улучшение качества жизни населения на основе формирования наукоемкой модели развития экономики, ключевой движущей силой которой станет человеческий капитал в экологически чистом, ухоженном, сильном регионе. Были определены три основных сценария развития. Целевой сценарий был выбран в качестве основного. Он учитывает приоритеты и цели развития республики. И этот сценарий характеризуется интенсивным развитием высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики, цифровизацией всех сфер деятельности. Предусмотрено усиление инновационного компонента экономического роста с целью технологического прорыва в ведущих сферах деятельности.